Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять с вами. А я хочу показать, на мой взгляд, очень крутую вещь. Это удлиненный бомбер. И сейчас покажу, в чем его фишки. Первое, это выполнено из итальянской кожи, кожа планже. Мы все знаем, что это высококлассная кожа и с характерным скрипом. Я думаю, камера передает даже вот этот вот скрип. Вы знаете, очень приятное по тактильным ощущениям. Дальше, удлиненный бомбер. Специально делаю акцент. По низу идет трикотажка, по зоне горловины тоже трикотажка, но ткань подобрана настолько, это идет шерсть и хлопок. Первое, не вытягивается, и второе, очень удобно и комфортно в зоне шеи. А я знаю, про что говорю, потому что если поставить какую-то синтетику, все время будет натирать. Здесь просто великолепно. Уже эти вещи у нас были на повтор. Дальше, молния здесь поставлена под серебро. Я считаю, что здесь очень великолепное сочетание кожи. Она идет графитово-черная и вот такая вот итальянская фурнитура. Она идет более плотная, знаете, по бокам. Посмотрите, какая фишка. Разрезы. И этот бомбер, я думаю, сейчас очень-очень актуален. А вся фишка пойдет, конечно же, дальше. Посмотрите, как сделано по спинке. На рукавах у нас идут вот такая вот стежка с защипами. И получается, как будто бы простой бомбер, но посмотрите, как выполнен рукав. Стоимость изделия 58 300, великолепный ценник для этого изделия. Хочу показать, какое решение принято фабрикой. Кстати, это знаменитый бренд Пунта, который, я считаю, всегда на шаг вперед от других фабрик. Посмотрите, как сшито изделие. На мне не очень удобно, но вся вот эта вот полоса, вся стежка, она идет не только по рукаву, но и по всему изделию. За счет этого смотрится очень круто. Ну и здесь внутри, посмотрите, какая шикарная работа. То есть, если кожа идет более плотная, было принято решение сделать ее немножко на утеплителе. За счет этого она смотрится объемно, стильно и, конечно же, очень-очень круто. Великолепная цена 58 300. Размерные сетки здесь у нас небольшие. Это опять же 46, 48, 50, 52 под вопросом. Но вот знаете, этот замок, он реально рабочий. Мне очень нравится, когда мы его расстегиваем. И если, допустим, надо что-то положить в карман или просто... ну вот, кстати, сарафан мы здесь видим, платье видим с карманами, да? Вы, конечно, выглядите стильно, красиво и неординарно. Итак, это вещь, которая в тренде, которая вне времени, и ее можно проносить не один сезон. Еще раз хочу показать по спине. Каблук мы здесь видим, кроссовки видим, берцы видим. Мне кажется, все, что вам угодно. Тем более смешение стилей. А я могу с уверенностью сказать, после Милановской выставки в Италии до сих пор приемлемо. Поэтому и разные цвета, цветовые решения, ну и, конечно, базовые. А косухи и, конечно же, бомберы, они остаются актуальными. Итак, вот такое смелое решение в сочетании кожи и оранжевого подклада. Это все для вас. Ну а в следующих видео, я думаю, что вы уже видели обзоры вот на такие шикарнейшие куртки. Это тоже бомберы. Green Apple. Это базовый черный. Все это кожа планже, кстати, хочу сказать. И посмотрите, какой шикарный коралловый цвет. Итак, вот данной куртки ее должно быть немножечко много, как я всегда говорю, удлиненный вариант пусть вас не смущает, так и должно быть. Итак, итальянский стиль, итальянская лекала, итальянская кожа и знаменитый бренд Пунта. Все это для вас, будьте с нами, а от вас, как всегда, мы ждем мерки, это объем груди, бедер и ваш рост. Для нас это очень важно при подборе любого изделия, прибавок, пожалуйста, не делайте. Но и опять, задаете вопросы, отвечаем. Все наши изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн оформляется беспроцентная рассрочка сроком до 12 месяцев. И очень удобно, что на любом сроке есть досрочное погашение без штрафов и комиссий. Изделия любые мы высылаем сразу. Это СДЭК либо Почта России. Всего хорошего. На сегодня все. Как всегда, у ее мечты есть семья Олимпия. И мы идем дальше.